for Real FC Barcelona is Gladbach at number 17. 2 points for number 33 from Real FC Barcelona, Pete Michael. На лордика Васкес и тяжело. Другу перебрасывать очень тяжело. Теперь замечательная двойка получилась у Рубио с Васкесом. И Фран Васкес выводит Барселону вперед на последней минуте первой четверти. Еще замена у Барселоны. Ну вот, пять замен сделал в первой четверти Паскуаль. Вышел Лакович. Лакович против Холдена-то. Шишкаускаса, но и Рамунус-то тоже знал, что локоть там будет рядом. Лорбик. Воронцевич держит его на дистанции. Гримау. Получает блок-шот. Здесь, к сожалению, после того, как блок-шотом наказал... А, это не пол. А вот у нас вместо хряпы смодишь. Вместо хряпы смодишь. А Навара — это комбинация. Получает этот мяч вроде бы не в очень удачной позиции. Левая нога была ближе к кольцу, чем правая. А он успел перегруппироваться. И до того, как Васкет выпрыгнул, забил. Мячик даже не в средней дистанции, не назовешь, в ближней дистанции, но забил. Рубио на трехочковый остался один. Каун не пошел к игроку с мячом. Не знаю почему. Вот он сейчас бьет себя кулаком в грудь. Успел товарища подстраховать. Так, Лэндон по лицевой линии пытается освободиться от Навара. Не получается. Холден, Рубио грубовато. Это Шишкаускас заслоном уставит. Ставит заслон, смотришь. И после этого Матиш под щит идет как-то очень аккуратно. Ну, вы знаете, пойди он по... А Навара быстрее. Молодец, Рамунос. Вы знаете, это характер. Это проявление характера, когда человек дважды не забивает трёпку, а потом вот так вот бьет и попадает. Рубио. Очень сложный. Вы знаете, это действительно такой мяч забить. Это просто фантастика какая-то. Он закрутил, идет плюс 5. Рубио. В углу держит Морриса на дистанции хряпа. Рубио мимо хряпы проскакивает. Гримау зашел от Панкрашова, но к Антону какие претензии? Он же переключался. Так что в данном случае, мне кажется, Витя Хряпа выключился после того, как пропустил своего. Панкрашов не посмотрел на кольцо, зато бьет. К сожалению, опять мажет. Выиграл подбор Хряпа после промаха Смодиша. И отдал на трехочковую дугу неприкрытому Траджану Лэндону. Традж у нас забил 12 очков, он самый результативный. 11 у Шишкаускаса. Спалил. И у нас это второе командное замечание в этой четверти Холден. У Холдена первый пол, второй пол. У Барселоны три фола. Но у них единственный игрок с двумя фолами — это Донг. А у нас с четырьмя фолами Хряпа. И это очень напрягает. Матиш смотрит, только на самого себя может обижаться. Закончилась третья четверть, он не глядел на мяч. Такую передачу у него над ушами просвистел мяч. К сожалению, прямо в руки бонифанцию Стонгу, который в одном прыжке переправил его в наше кольцо. 47-41, и у нас последние две минуты паузы. Кауна выпрыгнула и отбросил мяч назад. Еще одна атака при счете 54-50 у Барселоны. Лишняя атака, как это здорово. Наигранная комбинация для Васкеса. Передачу отдали замечательную. И Васкес показал всю высоту и мощь своего прыжка. Красивый момент. Микель за Шишкаускасом. Потеря. Не видел мяча Хряпа, да и не успел бы к нему. Мысленно. И это хороший свисток от судей. Давайте. А, нет, это атака Барселоны здесь. Да, это следует смотреть всегда. Это такая передача от Рубио. И
такой красивый мяч забивает Фран Васкес. С этой атаки мне был известен до замены. Рубио. И сейчас 20 секунд. Поверьте мне, Барселона убьет. Идет последняя минута. Даже если Барселона выиграет очко, они же все равно победили. Но Рубио забивает. По-моему, мяч достоин всех забрал до средний отскок. Навара в углу. Он один. Он бросает, мажет. Донг выигрывает подбор. Нет, Никель. Мяч в наше кольцо забивает... Кто? Да, ну, последний бросок в матче сделал Антон Кондрашов. Кстати говоря, забил Кондрашов. Такие...